Пурга замела снегом жилые дома в населенных пунктах Абыйского района. Из-за непогоды отменены школьные занятия в трех наслегах Абые, Цыганахи и Олбут. Продолжающийся третий день пурга с усилением ветра до 24 метров в секунду – нечастое явление в это время года. Особо сильными ветра были минувшей ночью. По сообщению наших корреспондентов, некоторые жители сегодня утром вынуждены были выбираться из своих домов через окна или вызывать по телефону на подмогу. Сюжет наших корреспондентов смотрите в вечернем выпуске новостей. Между тем, прогнозы метеорологов неутешительны. В ближайшие сутки сильный северо-западный ветер в порывах до 19-24 метров в секунду и метель ожидаются в Колымо-Индигирских, Устьянских районах и Новосибирских островах.